Тож в нашій ранковій студії справжній чемпіон. Перший в історії України. Чемпіон Європи в супертяжкій категорії. Богдан Кравченко. Доброго ранку, Богдане. Доброго ранку. Дуже приємно прокидатися в такій класній чемпіонській компанії. По компанії чемпіонів. Так. Розкажіть, будь ласка, як зазвичай розпочинається ранок ваш? Ну, спочатку починаю, встаю і готую завтрак. От з приводу сніданків, що ж такого можна їсти і що потрібно їсти зранку? Ну, з утра повинна бути легка піща, яка вас зарядить енергією на першу половину дня. Взагалі, піща повинна приносити в першу чергу пользу, а не удовлетворення, як у багатьох людей, вкусові удовлетворення. Да? Угу. На самом деле, піща – це повинна бути енергія, строїтельний матеріал для нашого організму. От, наприклад, що ви, чим ви снідаєте зазвичай? Обычно это, в принципе, даже необычная всегда, это овсянка. Не бистро, а обычная овсянка. Какие-то фрукты в нее, чуть-чуть там для вкуса протеинчика. Вот. Потом второй такой заход, яичница там, с какой-то зеленью. Это после, напевно, ранковой руханки? Нет. Фіззарядку утром я не делаю, тому що після завтрака я їду в зал і тренуюсь. Ага. Тобто у вас зарядка кожен день і впродовж дня декілька разів. Проте у спортзалі. Богдан, розкажіть, будь ласка, ви більш ніж 24 років у спорті, у професійному спорті, так? І перевірили вже все на практиці, на власному досвіді. Яких помилок зазвичай допускаються люди, які тільки-но розпочинають займатися спортом і, наприклад, ходять до тренажерної зали? Ошибок в питанні чи ошибок в самих помилок тренировках? Помилок у харчуванні. Давайте спочатку сконцентруємось на харчуванні, так? Так, розпочали вже цю тему трошки. Так. Ну, на эту тему я даже не знаю, как кратко сказать, потому что эта тема очень всеобъемлющая. По этой теме будет вот у меня семинар. Вот. Ну, основное – это то, что люди не понимают, не знают, как влияют определенные продукты на их организм. И из-за этого сейчас, в нынешнее время, очень легко людям, как это сказать, так культурно замусорить мозги вот, разного рода новомодными диетами и какими-то новыми выдумками. Угу. Вот, и сейчас это приводит к тому, что человек вроде бы что-то делает, а результата нет. Чула начебто, начебто все правильно, а ну, правильно, да, правильно, правильно с точки зрения всяких теоретиков, которых сейчас уйма, каких-то там блогеров, вот, которые работают просто на свою популяризацию. Вот. А на самом деле природа, законы работы организма не изменяла. Они как были десятилетиями, так и остались такие же правила. Но сейчас пытаются какие-то вводить новшества, сейчас пытаются людей удивить чем-то новым завлечь. И люди на это ведутся, потому что людям хочется чего-то нового. Люди ищут какую-то волшебную таблеточку и надеются, что это вот она. Проте згодна з вами, що треба вчитися у професіоналів. Ви є таким професіоналем. Ви зазначили, що незабаром, а саме 24 травня, так у вас буде власне семінар на тему правильного здорового харчування. Розкажіть, будь ласка, які теми будете обговорювати? Ну, буде, во-первых, говоритися о том, що не просто правильно, а правильно, да, для обычного обывателя, правильно для человека, который хочет изменить свой внешний вид, да, то есть тренируется, вплоть до тех людей, которые там, хотят выйти на сцену, может быть, попробовать себя в соревновательном спорте. Вот. Будет обговариваться, так скажем, воздействие всех микро-макроэлементов на организм, как ими можно управлять и регулировать, так образно говоря, свою форму, свое самочувствие для достижения тех результатов, которые человек себе поставил. Вот. И основное будет, в принципе, что меня натолкнуло на эту тему, это вот как раз то, о чем я говорил, что сейчас очень много мусора в интернете, которым просто засоряют мозги людям. И немножко хочется, да, встряхнуть людей, немножко заставить думать, і повернути їх к тим істинам, які завжди були, є і будуть.
На правильний шлях їх навернути. А от, ось мені цікаво, чи є принципова різниця між харчуванням жінок та чоловіків? Чи це залежить лише від, від цілей та задач людини? А ну, від... В принципі, так. Да. Все залежить від цілі, це само собою. Но если цели у мужчины и женщины одни и те же, ну, скажем, там, избавиться от лишнего жира, не похудеть, не похудеть. Не схуднуть. А правильно, если я понимаю, избавиться от лишнего жира, потому что похудеть очень просто. Сбросить вес – это много ума не надо. А вот избавиться от лишнего жира – это нужно знать, как это делать. Вот. Здесь немножко, да, есть разница между женщинами и мужчинами. Женщина там чуть в диете, нужно больше жиров в связи с их особенностями организма. Вот. А так, в принципе, мужчина и женщина одинаково, ну, одинаковые органы, ЖКТ, в принципе, ничем особо не отличается. Это так, когда меня бывает спрашивают, а если там у вас, какое порекомендуете там спортивное питание для женщин, в смысле в БАДы? Оно производится, что для женщин, что для мужчин, и даже дети его употребляют, оно не разделяется. Женщины не с другой планеты. Поэтому це сильно... спірне питання. Таке філософське. Філософське. Ну, про нюанси ми зрозуміли, що люди зможуть почути вже на семінарі. Так, да, Богдан... об этом очень много нужно говорить. І, ну, мені тяжело сейчас... Так, ефіру не вистачить. Да, в это краткое время объяснить. Ще розкажіть нам, будь ласка, коли люди починають займатися і ходять до спортзалу, починають додавати до свого раціону питання, харчування, спортивні всілякі, спортивне харчування, спортивні добавки, так? Розкажіть, будь ласка, що можна тут приймати, що ні, що шкодить здоров'ю, що не шкодить? Ну, в принципі, нічого не вредить здоров'ю, якщо це від производителя питання. Тобто, да, зараз дуже багато контрабанди завозять, які непонятно, де производяться. Ну, хоча, в принципі, вона може бути не вредить здоров'ю, просто на самом деле нет тех... Ну, скажем, взять протеин, да, может быть, там не быть того количества белка, на которое человек рассчитывает, вот, не получит какой-то результат, но вреда особого не будет. Поэтому в первую очередь нужно ориентироваться на, если берете спортивное питание, узнавать, является ли человек представителем той-то компании. Тогда это будет стопроцентная уверенность, что это не подделка. Вот, и основные добавки, это у нас... Протеин, аминокислоты, витамины, минералы. Ну, а дальше можно список продолжать, там не в один десяток названий. Ви є професійним спортсменом у минулому. Чи змінився ваш графік та раціон, порівнюючи з тим, коли ви були спортсменом, займалися лише спортивною кар'єрою, і наразі ви як тренер? Чи щось змінилося, чи в принципі все залишилося, як і було? Ну, то, що стосується раціону, особо нічого не помінялося. В принципе, не один десяток лет я питался так, как питался в межсезонье, когда выступал. Точно так же продолжаю питаться, потому вот и держу себя в форме. Вот. Изменилось, естественно, режим, изменился режим жизненный. То есть раньше приходилось тренироваться больше, усиленнее, сейчас как бы эти тренировки больше в удовольствие для себя. Богдане, мені ще цікаво щодо спортивного харчування. Чи можна досягти результату, взагалі нічого не вживаючи? Ні протеїну, результати? Ні амінокислот і так далі. Какого? Смотря какого результату. Ну, просто красиво виглядати. Гарну, підтягнутою. Бути підтягнутою, мати гарну форму. Можна, але складніше. Угу. Діло в тому, що добавки ці всі придумані не просто так, а для того, щоб... ну, нашому організму требується якесь там определене кількість білка, вот, который не всегда мы можем употребить с пищей, потому что это намного сложнее, это количество белка употребить с пищей. Это раз. Во-вторых, с пищей этот белок сложнее усваивается, потому что ЖКТ должно переварить и усвоить. То есть, спортивное питание придумано для того, чтобы это облегчить. То есть, к примеру, то ли вам съесть кусок мяса, хотя это необходимо, но жесткая пища она должна быть обязательно. Вот, то ли вам... У вас, к примеру, нет времени, нет возможности, где-то вы в дороге заколотили шейкер протеина, да, выпили и получили то же количество белка, которое очень легко усвоилось и заменило тот белок, который был бы из мяса, который бы сначала переварился, потом какая-то часть бы его только усвоилась, тут выпили, легко все это
сосалась. Ну, на таком прикладі зрозуміло, так? Богдане, ну ми говоримо. Тобто це краще замінитель питання, ніж піти і з'їсти якусь булочку, від якої з'явиться бока. Зрозуміло, дякуємо вам за пораду. Так, Настя вже натякає, що так, досить говорити. Досить говорити, давайте вже перейдемо до справи, до якоїсь ранкової рухинки від вас. Ми вас запрошуємо на майданчик просто зараз. Виходьте не просто так нас. Гантелі, так у нас тут? Ну, я вже на них дивлюся, не можу ж. Думаю, ну як, ну давайте вже щось будемо робити. Ну, домашніх условиях, що можна зробити. Так, сподіваюся, що у кожного є гантель так. Вдома. Так, з чого розпочнемо? Ну, почнемо з ног самих тяжелих, самих больших і тяжелих мишць. Тобто, починаємо з більш складних упражнень. Дома можна зробити, там, поприсідати з гантелями, да? Для того, щоб розм'яти ноги, поділати випади. Випади можна робити як вперед, так і назад. І для верхнього плечового пояса зробити упражнення на дельти, упражнення на біцепс, проработать руки, сразу не сходя с места, точно так же и в наклоне. И упражнение на спину, сразу же из этого положения. Можно потянуть гантели, если они для вас тяжелые, если они легкие, можно делать вот такие, как грибки. Для того, чтобы нагрузка на спину была больше. Ну, в принципе, этого будет достаточно. Ну, покачать пресс на полу не буду, я тут падать на пол. Це класика. Богдане, це ж ви показали для чоловіків і для жінок, так? Это да, можуть делать и мужчины, и женщины. Кстати, по поводу того, что я говорил, вот дельта, многие путают, называют это плечами, на самом деле плечо это вот это дельта. Угу. Дельта плечо, и поэтому называется дальше продолжение руки предплечья. Будемо знати. Дякуємо вам, друзі. Богдан Кравченко, чемпіон, наш перший ранковий гість, щойно продемонстрував, як треба бадьоро і швидко прокинутися зранку. Так, а про правила здорового та правильного харчування нагадую, що ви зможете дізнатись на семінарі у Богдана, який буде незабаром, а саме 24 травня.